в пятом туре три партии выиграли черные. Но главное, что выиграл Магнус Карлсен, потому что он стал лидером вместе с Карьякином. Он стал лидером вместе с Карьякином, 4,5 очка из 5, это очень хороший результат, и на очка опережает остальных участников. Но третье место, там уже много участников, там уже на очко отстают, это всегда много, потому что только, как говорит, 2+. Конечно, Кашгалиев гораздо лучше играет, и он набрал, Кашгалиев набрал 1,5 очка, но второй ваш не сумел даже свести ни одной партии в ничью. Но это не хватает опыта.